Привет, сейчас мы играем в Brawl Stars в одиночное столкновение. У нас будет не только этот вид карты, но и остальные. Так. А ты что-то делаешь? Да. У нас там 3 миллиона и 2 работяг. Так, уйди. Так, теперь я беру следующего бойца. Ты не знаешь, кто это. Я выключаю звук. Я тоже выключаю звук. Так, у меня и так выключен звук. Йога. Все, я готов. Кстати, я вижу то, как ты выбираешь бойца. А я выберу. Давай. Так, поехали. Давай. Так. Бой 1-1, гипер замеса. Мы сейчас ты против Брока. Брока. Эй. Главное это жить. Что такое? О, моя турелька тебя дамать. Ага, конечно. А ты чего не бьешь, сына? Только попробуй ударить меня. Я тебя тоже удар. И теперь у меня набито ульта.
Нет. Нет, только не убивай. Только не убивай, пойдем. Мы тут гоняли. Я хочу спать. Давай, домой, домой. Почти. Почти. Так, кого ты теперь возьмешь? Не знаю, не знаю, конечно, не знаю. Поехали. Ух ты, ты у нас Пенни. А я дед. Я твоя внучка. То есть я твоя внучка, да? Нет. Дед, независимый дед. Ты куда полезла? Да? Дед такой. А ты куда полезла, дед? Ева, ну реально, давай дед. Опа! Попал! Фу! А еще у меня есть гиперпасивка. Бум! Это пассивка бешеного дыма. Эй, ты богатая! Богатая, на что ты вообще рассчитываешь? Думаешь, я тебе подарю?